В Анапском яхт-клубе начали тренировки юноши, которые будут соревноваться за право представлять Россию на чемпионате Европы по парусному спорту. Отборочный тур состоится в Ейске через 3 недели, а пока спортсмены отрабатывают технику. 25 яхтсменов в возрасте от 10 до 19 лет прибыли из Москвы, Санкт-Петербурга и Башкирии. Анапские сборы необходимы для того, чтобы набрать форму. Готовиться к первому сезону соревнованиям дома спортсменам не позволяет погода. Как рассказал старший тренер Иван Петров, юноши получают различные задания, в том числе движение в плотном строю, а также старт навстречу ветру. Кроме того, они самостоятельно собирают и регулируют доски и парус, чтобы уметь устранять поломки, которые могут возникнуть в ходе гонок. Сегодня у нас проходит третий уже тренировочный день. Достаточно успешно. У нас получается проводить по 2 тренировки. Погода позволяет. Мы приехали, было прохладно, сейчас стало потеплее, и ребята уже не мерзнут. Вот. В принципе, собрали достаточно большой флот. У нас на воде 22 спортсмена. Все это можно одновременно стартовать, запускать по дистанции. Вот. И погода, в принципе, похожа на те условия, которые у нас состоятся уже в мае месяце.